Представляешь, какой раритет на это? А вон площадка. Ленин и Сталин. Да, сама башня старая, надстройка, видать, современная. Ну как современная. Тоже начало века, но башня еще ранее. Мы сейчас, кстати, это все уточним. Да, я не сказал. Привет, друзья. Мы находимся в славном городе Новгород-Северском, то есть в Чмо-Тараканском княжестве. Вот здесь, где кусты, вот если видно, видно там, ленточками отнесено. Это площадка. Наши друзья-археологи здесь работают. Здесь находится археологическая экспедиция Нежинского государственного университета под руководством Кидуна Ивана Станиславовича. Вот с нами вместе руководитель Нежинской археологической экспедиции Кидун Иван Станиславович. Вот, как видите, за нами, за нашей спиной Роскот, ребята работают. А Иван Станиславович нам сейчас расскажет о прекрасном городе Новгород-Северском, о Чмо-Тараканском княжестве и вообще о том, чем он здесь и его группа археологическая занимается. Будьте добры, Иван Станиславович. Дело в том, что город Новгород-Северский имеет довольно-таки древнюю историю. К сожалению, в этой истории целый ряд белых пятен. Начинается эти белые пятна с момента возникновения города. Традиционно считалось, что город возник на месте северянского населения, то есть племен роменской культуры. Потом, во время Киевской Руси, он укрепляется, становится полноценным городом, после Бичского съезда становится центром княжества, вот, и доживает до монгольского нашествия. После монгольского нашествия опять белое пятно, считалось, что город сожгли, но мы пока не фиксируем следов пожара, скорее всего, он не горел, и более того, у нас были постройки монгольского периода, то есть во второй половине 13 века он продолжает свое существование, вот, но он исчезает с письменных источников. И возникает он уже в письменных источниках только в Плитовский период, когда он становится, опять-таки, удельным центром. Но он, утрачивая свое значение, переходит под собственность Брянского княжества. Вот, и далее уже в польский период он становится довольно таким лакомым кусочком, потому что Россия с Польшей постоянно за него воюет. Пограничная территория, да. Поскольку велись боевые действия, то не производились здесь стратегические продукты. Для того времени это селитра, одна из составляющих пороха. Да. Она у нас исследована, селитренная яма, тут рядышком на Зарычаве, мы ее копали в 2008 году, то есть собираемся даже не конструировать. Ну а конкретно здесь это фасад древнерусского города, и здесь сохранились слоя от момента начала, то есть от роменской археологической культуры, это 9-10 век, и до 18 века, когда эта территория была спланирована, и далее не сохранился. Мы с вами стоим где-то в районе укреплений древнерусских этого города. Вот рано или поздно мы на них должны попасть. Также на этой площади стояла Варваринская церковь, которую вы сейчас ищете в данный момент. Есть проект ее восстановления, то есть когда найдем, то я думаю, что мы ее восстановим. Ну а цели экспедиции наука, проверить данные письменных источников, потому что, как показывает практика, они не совсем правдивы. Ибо, во-первых, город возник не на замке традиционно, как считалось у нас, скорее всего. Еще неолит же тут. Это был, да. Не, ну тут можно вести вообще с времен палеолита. Вот прямо в лагере стоянка, которой
если я не ошибаюсь, по-моему, 29 тысяч лет. 29 тысяч лет стоят. Прямо под нашей палаткой. Мы на ней стоим сейчас, где палатки наши стоят. Далее здесь территория заселена во времена неолита, потом в эпоху бронзы, потом есть ранние славяне. И в скифский период это у нас юхновская культура, она тут очень распространена. И потом уже во время роменской культуры начинает возникать здесь крупное поселение, причем, судя по всему, северяне были такими серьезными древнерусскими сепаратистами во время создания древнерусского государства, и тут у них был один из последних оплотов. Они тут держались до последнего, пока не пришел князь Владимир, который их загнобил. Да, загнобил. И именно вот с приходом Владимира уже возникает на замке крепость для контроля этих северянских поселений, и потом с нее начинает развиваться город. Причем, если вы посмотрите на панораму, эта часть города древняя, она стоит на холмах, на склонах, которые легко отрезали чистоколом, и фактически укрепление без укреплений. И речка же, самое главное, у нас тут течет река Десна. Да. Водный путь. Да, да, да. Очень серьезный. И вот если обратить туда вот внимание, ты панораму снимал, то вид открывается, это как вот Киев на горе, ну, стратегическая высота. Более того, если почитать письменные источники, то замковую гору, ну сам замок, саму цитадель городскую, не удавалось взять практически никому до уже времен вызвольной войны, когда само население открыло ключи, ворота, да, ворота и пустили. Ну, если вы на нее посмотрите, вы просто поймете, почему нельзя этого было сделать, ну потому что реально взять. Ну, мы сейчас подъедем и сделаем. Да, город жгли. Князья новороссийские были такими тоже нормальными, своевольными товарищами, которые со всеми воевали, ни с кем не соглашались. И часть из них заканчивала потом свою судьбу чернигевскими князьями, как, ну, например, знаменитый князь Святославич, да, который... Затмение попал, да, не туда, куда, да, надо. Да, 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 да. Ну а также тут масса находок, масса всяких древних материалов. И я же говорю, все периоды истории представлены. В том и его ценность, что можно реконструировать поэтапно любой период истории. Здесь все. Слава рассказывает, где нужно будет производить геродарные работы. Я так понимаю, здесь была какая-то старая церковь. А, друг, покажи, где площадка. Слава, покажи, где будет площадка. Вот этот вид, вот видишь, это там вдалеке открывается вид. Да, видишь? Да, вижу, да. Вот тут стояла церковь. Сейчас вот эту площадку, она, наверное, будет метров 40 на 30. Ну да, полтора метрового момента нам и придется. То есть вот эта площадочка, да? А до столба или за столб? Ну, мы сделаем до столбов, вот так вот побольше. Под квадратом возьмем, да? Да, да, сейчас. Тогда берем рулетки, замерим и сделаем. Хорошо. Все. Приступаем к работе. Так, пока мы делали разметку, товарищи археологи уже что-то первое нашли. Сейчас они нам расскажут, что это. Я так понимаю. Сакраментант, вот. Да? Да. Офигеть. Какой период? Киевская Русь. Уже Киевская Русь пошла, а да? Глубина какая? Ну, буквально меньше штыка. Ну, десь штык от дерна. Сантиметров 30-40, да? 30-20 высота. Вот. Офигеть. Она помыется. Ну, если... То это только фрагмент, продолжения еще нету, да? В минулому році ми знаходили фрагменти от амфори, ще одної, і ручку ще була в нас минулому разі. Тобто, можливо, це одна і та сама амфора, а можливо, це фрагменти декілька амфор, які були тут розбиті. Тобто, коли ті привезете, ви посмотрите, коли ти привезете вниз, да. Склеїте, посмотрите. Да, побачимо. Чи вона, чи вона. Да. Отлично. Отлично. Кропотливий труд. Спочином вас, пацани. Да. Так, ну, ми починаємо геродарну зйомку. Площадку 25 на 30 мы сделали, разметку точнее. И вот слева направо начинаем двигаться. Вот у нас первый профиль. И вот в ту сторону будем нарезать профиля. Друзья, товарищи археологи снова что-то нашли. Сейчас посмотрим, что говорят, какие-то пол кольца или пол браслета. Леш, а что еще, говорит, отыскали? Стеклянный браслет есть, есть фрагмент, непонятно, с длинного груза. То ли кольцо, то ли какой-то, не знаю, что. А уже далеко спрятали, да?
А ну покажи, если не затруднить. Надо проконсультироваться по телефону, чтобы вы... Осторожно. Так. Ты уже, я смотрю, упаковал все, да? Да. Вот, пожалуйста. Стеклянный. Стеклянное стекло, да? Да, стеклянное. Вот, вот. Ближе сделаю. Стекло действительно. Это тоже кейс, скорее всего, ты понимаешь, да? Да, скорее всего. Бо лизут материал давней Руси. 12-13. Чижик. Чижик бренд. Чижик? Ножик. Ножик. Ножик, чижик. Это давнерусский. Угу. На стеклянный браслет. Тоже стекло, да? Да, стекло. Круто. Ну, помыться буде ярче. Угу. Круто. Ну, желаем еще успехов. Дякую. Да мы только начинаем. Да, я думаю, что еще полезет много-много интересных находок. Да, мы только вышли на объекты, так что, когда вы начнем их разбирать, я думаю, будет много чего цікавого. Ага. Все, спасибо, Алеш. Не шо. Друзья, сегодня у нас второй день георадарных исследований. Одну площадку вчера мы сделали. Как предполагаем, нужного объекта церкви мы на ней не видим. Скорее всего, там, как и говорят местное население, были могилы. Сейчас разбили мы вторую площадку и будем продолжать доводить ее до конца. Возможно, что церковь находится вот здесь. Андрей Васильевич у нас собирает антенны георадарные и совершенствует что-то здесь. Каждая с определенным шагом сопротивления. Топотерн 20. Молодежь. Ом, тут 40, 60, тут 8. Ага. Вот. Потом оно, ну, там тоже блок аккумулятора. Привет, друзья. Подрастающее молодое поколение города Новгород-Северск. Очень активное, проявляет инициативу и пытается нам помочь отыскать то, что мы ищем. Помогают, реально, да. Антенны, да. Вы не поймите, что это эксплуатация детей. Хотят сами подержаться за георадар. Настя, скажи привет. 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 Молодец. Второй день раскопок. Ребята, я вижу, стараются. Все лопатами усердно работают. А шпиль летит. Так, и у нас, говорят, есть находочки. Леш, что там? Колечко, да, ты понимаешь? Да, височное. Височное колечко. Сережка. Подожди, вот так вот, чтобы на солнце было видно. Да, такое тоненькое маленькое изделие практически. Еще что-то было, нет? Нет, пока за сегодня такие. Сегодня только вот зачистные работы. Сравниваемся и выходим на объект. Понял, хорошо, отлично. Надеемся, находки еще будут. А ну подойди сюда, Андрюха. Я покажу. Да, у нас есть сигнал. Слышно сигнал? Нет. О, бля. Там все слышно. Аккуратнее. Теперь бери маленькую лопатку по фоново. Не, нельзя. Тут все правильно идет. Уже ребята постепенно раскапываются. Вот здесь хороший сигнал. Сдвинул опять. Вот здесь, не вот здесь где-то сейчас я. Вот на этом участке. Ну, ребята из Аски тоже ее зацепили. Вот. Так, сдвинь тогда, сдвинь кирпичик. Вот он. Четкий цветной сигнал. Ну, надеемся, мы до этого времени здесь будем, пока его откопают. И вот здесь. Ну, здесь что-то крупное. Я его охотилась еще с вчерашнего дня. Молодец. Вот здесь что-то крупное железное. Но подхрюкивает. Подхрюкивает, да. Работки низкого тона. Да. Ну, надеемся, ребята скоро откопают. Ребята, когда вот это строится? Завтра, завтра. Да, 58-910 год. Это еврейское кладбище было, ты говоришь, да? Еврейское. А какое?
Это Георгиевское кладбище, в котором хоронили наиболее почетных людей города. Ага. Еврейская вот дальше. Еврейская дальше, да? Да, еврейская есть. Ну, я смотрю, кстати, тоже вот с левой стороны дальше есть какой-то, да, остаток. По дороге будем идти, их видно, они лежат. Так они, получается, собрали это все в кучу и... Да, да, да. И сохранили на футбольном поле, да? Да, да, да. Друзья, ну ситуация понятна. Еще в начале 1900-х годов собрали с этого кладбища могильные плиты и захоронили на футбольном поле. Да, и вот сейчас нас просят, чтобы мы исследовали это футбольное поле, которое находится у нас вот правее. И вот мы видим, что куски еще они не все захоронили, забрали. Часть их пооставалась. Ну, я понял, какие могильные плиты, в принципе, понятно. Там надпись, я смотрю, какая-то есть, да? Да, вот она. 1860-1863. Угу. Ну понятно, да. То есть это 80-х годов, можно сказать, угу, кладбище. Угу. А рядом Троицкое, которое сейчас действующее. Угу. Я так понимаю, здесь, наверное, могил очень много на этой территории, да? Да, да, да. Их просто все сравняли. Пройдем сейчас, как уже получим. Угу, идем. Братскую могилу здесь в советское время устроили. Угу. Тоже на месте кладбища, да? Да, да, да. То есть информация о том, что вот эти плиты запрятаны именно на футбольном поле, еще достоверно нету, да? Да, да, да. Вот еще одна могильная плита. 1843-1896 год. Народного училища. А инспектор? Да, статский советник. Это его могила, наверное, здесь, да, понимаю? Ну, или здесь, или где-то рядом. Или, может, просто-напросто это когда, тащили, да, кстати, делали, вот это, наверное, когда все забирали, тащили, это, может, где-то будет в совсем другом месте его, да, могила. Не дотащили, короче, наверное. Ну, да. Может, какая-то у них там была вот это, запланировано все, понимаешь? Все сделать до такого-то времени. Не успели, значит, бросили и оставили, да? Кому? Целый памятник, понятно, кому-то табличка где-то. Вот здесь? Да, половинка с той стороны. Ты про вот это говоришь, да, или что? Да. Вот это памятник такой, да, был? Ну, типа символ последний из рода, потому что... Вон табличка есть. Есть, да? Да, тоже статского советника. 1861? Да, 1905. Третий или пятый, да? Да, ну, короче, 30, 40 лет. 40 что-то молодой какой-то. Заболел или чем-то умер. Да, это Уралова могила. Там приболел, купил здесь дом, приезжал сюда отдыхать. Кто-кто-кто? Уралов. Театрал. Урал? Да, театрал. Ага. И он, в принципе, явился одним из основателей Новороссийской театральной группы. Тут был свой театр, угу, в свое время. Это как раз вот эти Бахтангова курс, знаменитые личности. Они сюда приезжали, сделали тут труппу, выступали, была своя театральная труппа. Mm-hmm. Ну, а потом он умер в Новороссийском. Его памятник, его могила сохранилась. Mm-hmm. Странно, почему ее не снесли? Или, может, просто сам личность? Может, театр это был, а не... не так уж сильно культовым для коммунистической власти, да? Да? Я тоже он фундамент, я вижу, да. С краешку стоит, может, поэтому. Не зацепили, да? Не успели, наверное, скорее всего, да? Скорее всего, да. Или слишком серьезная могила, долго надо было разбирать. Да. Такие вот нагрубные плиты. Друзья, вот это поле, где предполагают, что лежат могильные плиты, которые были стащены еще в начале 900-х годов. И вот мы уже сделали разметку,
Вот будет два первых профиля и будем планомерно двигаться в ту сторону. Начнем оттуда, слева направо, 1,5-метровыми антеннами. Площадка примерно получится 50 на 30 с чем-то метров. Вроде бы на 34. Посмотрим. Андрюх уже готов к работе. Настраивает оборудование сейчас. И будем планомерно исследовать вот эту территорию. Надеюсь, нам повезет. Наткнемся на то, что нам нужно. Судя по количеству могильных плит, здесь яма должна быть не маленькой. То есть будем искать большой объем. Друзья, давайте теперь обработаем наши данные. Первый участок я показывать не буду, поскольку на нем нету явно выраженных аномалий. И по рассказам местных жителей, на этом участке было кладбище. Сразу же приступим к обработке второго участка. Участок у нас получился 20 метров на 25 примерно. Давайте сейчас начнем включать фильтра и посмотрим на аномалии, которые будут у нас прорисовываться. Сейчас, вот как мы видим, с нулевой точки, и будем опускаться плавно, мерно вниз. Вот как мы видим, уже с первых у нас буквально слоев начинает прорисовываться большая белая аномалия. Давайте опустимся еще ниже. И эта аномалия у нас примерно исчезает на глубине около 2 метров. Говорят, что эта церковь была разрушена. Точнее, она сгорела. Ну, ребята, могу предположить, что, скорее всего, на этом участке действительно вот стояла церковь. Давайте сейчас еще включим еще один фильтр. Посмотрим, как он будет показывать. Ну вот. То же самое, в принципе, прорисовывается. Можем контур включить. Вот так вот идет контурирование. И давайте еще один дополнительный фильтр включим. Вот, ребята, тоже идет четкая прорисовка нашей аномалии. Давайте сейчас теперь посмотрим на третий участок, который мы делали. Это у нас стадион. И на стадионе мы искали могильные плиты. Участок у нас получился примерно 48 метров на 36. Сейчас сделаем все то же самое. Включаем фильтра и начинаем планомерно опускаться с нулевой точки в глубину. Вот, ребята, мы видим, что у нас белым начинает прорисовываться аномалия, ну, более явно выраженная, идет у нас в нижней части нашей площадки. Включаю еще один фильтр. С другой палитрой тоже видим, что в нижней части более явно выраженная аномалия идет у нас зеленым цветом. Вот она. Давайте еще что-то включим. Вот дополнительный фильтр, который показывает нам примерные объемы. Вот это можем выключить. Вот зеленым цветом тоже в нижней части идет явно выраженная аномалия. И контурирование, ребят. Вот все выглядит вот примерно так вот. Также давайте сейчас посмотрим обработку данных в программе CROD. Данные обрабатывал наш товарищ геофизик Леонид. Мы ему очень признательны за обработку. Давайте включим и посмотрим, какие он выделил аномалии. С левой стороны идет у нас вид сверху.
С правой стороны у нас идет непосредственно разрез. Леонид выделил несколько аномалий, я вам покажу, ребята, только две, которые более явно выраженные. Первая аномалия находится у нас на где-то на 14 метре, вот она. И на вид сверху находится она вот здесь вот. Это первая аномалия. И вторая аномалия находится у нас на 10 метре. Вот она. И на виду сверху находится она в правом, практически нижнем углу. Очень благодарны Леониду за предоставленную обработку данных. К раскопкам археологи планируют приступить в следующем году. Надеюсь, они это сделают, проверят все наши аномалии, которые мы им указали. Ну, а у меня на этом все, ребята. Всем пока и до новых встреч!